Здравствуйте, дорогие розоводы. Коротенькое видео. Жаркий июльский день. 17 июля 2021 года. На солнце 47. В тени не знаю сколько. 38, наверное. На солнце 47 градусов. Тем не менее, вот у меня тут три розочки. Хорошо, они у меня. Я выхожу из дома, я их вижу сразу же. Вот это образцово-показательная арабатка у меня. Это Скарлетт Боника. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это стойкие оловянные солдатики. Скарлетт Боника. Это у нас Sunrise роза. И Hot Chocolate. Вот они, три красотки цветут. Остальные ни живы, ни мертвы. Набирают, конечно, бутончики. Баянда, смотрю, с бутончиками стоит. Но цвести пока не цветут. Пока все в шоке от жары. Вот он, красавец Sunrise. Очень красивый цветочек, очень красивый. И Скарлетт Боника, первый год цветения. Ну, это же красота. Красота из красоты. Вот это второй ход чоколад. Тоже с бутонами. Теперь всем спасибо и до свидания. Пусть ваши розы переживут это жаркое лето. Как всегда, рано попрощалась. Вот еще цветет роза Ла Вита Котта. Вот она запекается. Как печеная картошечка в духовке, так она тоже в духовке находится. Очень жарко, очень жарко. Ну, цветет, но стоит. Бутончики замерли. Посмотрим, как они будут распускаться. Теперь уже точно спасибо и до свидания. Как всегда, рано попрощалась. Хочу показать, что случилось с моим бальзамином. Меня не было 2 дня. Всего 2 ночки, 2 дня, 1 полив пропущен. И вот, посмотрите, он облезлый. Даже и не поймешь, что это был тот красавец, пышный бальзамин. Ужас. Всего каких-то 2 дня. Зато пеларгония красотка. Посмотрите, какая она красивая. Хоть что-то цветет. Но бальзамин, конечно, жесть. Жара, июль. Всем всего хорошего. Пока.